Мама держала дома машинку, и когда еще не была захвачена до конца литература, шила на ней кое-что для себя и дочки, приучала к швейному ремеслу Элли, не подозревая, как ей это сгодится. Отправляясь на север к папе, Элли больше всего заботилась, чтобы не забыть теннисную ракетку и лак для ногтей. Горцев обременял себя только своим личным багажом, вот и снаряжалась теперь заново. Каким нарадоваться не мог Элли на сноровке? Это такая фифа, а иголка не валится из рук. Упорно девах, упорно, а приарно в домашнем обиходе. Из нее вполне можно человека сделать, если взяться вплотную, но виду, однако, не показывал, как доволен ей. Боялся вернуть ту бойкую на слово, на похорокую, в дела горожанку, которую он презирал, на которую злился, которую он ждал, или он взломали-таки, может, и перевоспитали даже.